Так, у тебя есть помощники? У меня помощники нет в плане сайтов. У меня есть копирайтеры. Даже один уже остался. Кто пишет тексты? То есть, если мне нужно написать тексты, я пишу текст задания, скидываю, и девушка мне пишет тексты. У меня есть 2-3 программиста, которые помогают иногда решать какие-то сложные задачи. Если что-то не получается, либо какой-то функционал, который я не могу реализовать своими силами с помощью там компонентов, модулей, они мне помогают. Есть дизайнер Александр, он помогает мне рисовать иногда. Вот эти первые три обложки он мне нарисовал. Вот эту обложку и вот эту, это я уже сам сделал. Вот он мне рисовал обложки. Ну, такие вот нюансы небольшие. То есть я могу, в принципе, и сам такое сделать, но это время, все время. Все зависит от времени. Когда нет времени, приходится делегировать. Что, собственно, я вам советую в дальнейшем делать. Потому что самому одному это очень все сложно. Со временем, когда научитесь, какие-то моменты надо отдавать на делегирование.